Всем привет, с вами Просто Мэн. Сегодня будем продолжать карьеру играть. Давно в эту игру не играл. Так, где у нас что вообще есть? Микрофрезы, я не знаю, конечно, на каком фоне вообще, для чего они вообще появляются, микрофрезы. У нас осталось... Здесь мы не все прошли, получается. Нам нужна какая получается? Здесь категория D или C. Подходит C. C подходит, все. Enter. Машина, настройки, нормально. Нормально сделано, не хочу реалистично. Так, позиции. C у всех класс C. Нанести ущерба не менее 1000 единиц, развернуть соперника минимум 3 раза. И нам еще надо выиграть. А, и цели для бонуса получается. Не основная задача. Основная задача выиграть. Ну, раз сказали выиграть, надо выиграть. Только вот я не понимаю, блин. Вот, нормально, думал, зависло. Ладно, погнали, что у нас тут сложность, да? Мы почти в самой жопе. Сложность поставим новичок, что-то мне не особо нравится. Предаточное число, получается, подвеску жесткая. Баланс тормозов. Назад, ну блин, ну не знаю. Ну лучше назад, конечно. Дистанциал заблокированный. Нет, свободный. Ну, как в прошлый раз я настраивал, получается, норма. Че, все? Так, подождите. Параметры звука надо мне. Общая громкость, надо немножко убавить ее. Двигатель машин. Окружение тоже поубавлять надо. То ли не применил, я не понял что-то, то ли что. Ну все же применил. И так применил вроде бы. Похоже, как будто бы сильно. Давайте мудим что-то. Новичке уж легко, конечно, наверное, будет вот выигрывать. Когда ставишь сложный, в жопу просто играть. Очень в жопу. Давай, мудик! Жопа. С ручкой. Ну, первый круг, мы четвертый, я считаю, что это нормально. Даже отлично, я бы сказал. У нас еще запаса очень много. Давай, развернем тебя. Не развернул, потому что тачка тяжелая очень. Только мудик, у меня тачка уже разъебывается. Так, давай. На тебе, мудик. Ты ушел, да? Вот ты мудень, а. Второй круг уже.
В третий круг пошел. Погнали. Вот очень долго разгоняется. Вначале играл, тяжело было, очень тяжело было догнать кого-либо. Максимум мне получалось, с моим опытом получается, в гонках занять, ну, место 5-4. Потом что-то меня догнало, то что надо улучшать машину. Если я не буду улучшать первое место, считай, ну это бонус только 0 получается он будет. Надо улучшать тачку. И получается, после того, как я улучшу тачку, я смогу догонять их, получается. Просто я на поворотах ухожу, они в поворот ходят, я просто газ жму в пол и в принципе их не догоняю, ну никак. Так. Мы сейчас, получается, прошли уже... Какую... А, полуфинал уже, получается, да, мы сразу же вышли. Если бы мы заняли бы... Если бы мы заняли, наверное, с 5 по 10, мы бы еще гонки 2-3 играли, а так полуфинал сразу же. Ну давай полуфинал. 4 гонки. А, нет, да, все правильно. А, нет, норма. Блядь, засмотрелся, вот дурак, блядь. Давай, погнал, вперед! Бля, вот я не знаю, к повороту сходить, так и не научился. Я так понял, не тормозят все. Вот я, придурок, не торможу только. Вот и шаг какой-то на мою территорию залез, блядь. Людишки вон там трясутся что-то все ручишками своими. Нормально зашел. Ну блин, тут то ли тормозить, короче, надо, то ли что, я не понял только. Бля, тут заносит тачку, вообще жопа. Короче, ну, ручник лучше не дергать. Ага. Сейчас какая-нибудь тачка, представляешь, сейчас какая-нибудь тачка с разгона, просто мне в лобешник прям прилетает просто. Считай, что гонка проиграна. Лучший круг даже. Ни хрена себе. 37 секунд. Слишком сильно загнался. Ну я еще, конечно, ничего не сломался. Первый, потому что был. Время лучшее. 37. 35, 36, лучший круг 36 с копейками был я, да, вот, я же говорю, каждый круг у меня был лучший, первый круг был у меня 38, что ли, 39, типа, потом 37, и после этого 36 с копейками был, все выше, в принципе, ну, я первый так. Сейчас, получается, будет финал. Допы нам не основной, нам не нужно. Да, получается, финал, первое место, чемпион. Размер сетки кругов 6 уже получается. 6 километров надо проехать, потому что трасса одного... А, нет, длина трассы в общем получается. А, ну да. А, нет, все правильно. Тут сложновато будет 6 кругов бежать преимущество. Попробуем улучшить еще разочек. Уже отрываемся. По максимуму. Что-то тянет машину вообще вправо жестко. Давай сейчас все, ехать на не осталось только. 4 секунды, ну блин, ну такое себе сейчас антресс.
Лучший круг, 41. А, ну лучший круг вначале всегда пишешь, потому что ты первый, из-за этого лучший круг получается. Пять секунд отрыв. Шесть. Опа, я походу полностью надо заходить в поворот. Сначала руль вправо, потом влево. Ты побьем рекорд, нет? Не побьем, походу, да? А, 36 800. Блин, вот с этим рекордом, конечно, я улетел. 36-83, у меня было 36-76. Подвеска живая, все живое еще, в принципе. Не, не получил поворот пойти. Короче, надо сначала руль вправо резко дергать и потом влево резко. Чтобы за носом немножко пойти, и у тебя средняя, получается, будет скорость километров 70-80 поворот. А если на тормозах заходить, то это жопа. 36-22, побили рекорд, еще разочек. Вот, вот так я имел в виду, только получше немножко. Слишком узкий диапазон взял. 9 секунд отрыв у меня. 8, уже 8. Да, 9, 10 уже. Вот что-то типа такого вот, ну тут, видите, 40 км в час я. И то я умудрился еще остановиться, получается. Не хватало въехать еще, блин. Не, лучше рекорд не будет, он, потому что 36, да, хуже. Потому что немножко там, немножко буквально там, я цепанулся, меня занесло. Не занесло бы, может бы даже рекорд был еще дальше. Рекорд так уже поставил, 36-22. Вот типа такого что-то. Видите, 60 км я иду. Я уже крайних догонять начинаю. Это, конечно, плохое дело. 35. Лучший круг. Бах. Нет, тут сейчас лучший круг еще не получится, так как... Эти вот мудики сейчас мне мешать будут, бля. Вы свои тачки раздолбали, блядь. Не мешайте, пожалуйста. Идите отсюда. Пустой ящик. О, полегче. О, заебись, бля. Вау. Не, лучше круг не будет в любом случае. Давайте исчезните отсюда. Бля, по второму кругу уже обгоняли. Как и мне обидно, пацанам. 34. Не, лучший круг не будет. Все. 35-22. У меня лучший круг. Нет, 35-726. У меня лучший круг. Первая позиция. Кубок мой. Блин, надо было ник поменять просто, мэн. Сетка открыта мне. У меня 7 уровень. Еще и фильтр мне открылся. Так, финал. Всего очков 200, звезд получено 0. Но это звезд дополнительная, мне надо было 200, я получил 200. Так, у нас дерби он скрывается. У нас еще какой-то открылся. Не, давай дерби, я бы дерби погонял. Так, очков 200, нанести ущерба не менее 1500, разнести соперников минимум трое. А, это у нас получается, надо... Ладно. Это получается, вообще надо в это получается, как его? Разрушение. Арена разрушения, да, получается. Последний выживший. Получается, мне начинает как минимум троих. Щелкнуть минимум троих. Ну, это легко, в принципе. Я рассчитывал как минимум полкоманды разнести. Троих тут, я считаю, что будет легко. Троих. Одного по-любому получится вынести, так как даже если я буду просто кататься, каждый раз удары делать, у меня в любом случае останется два. Два бойца. Я и еще один боец. Я его щелкну, чтобы мне выиграть. В любом случае.
Долгая загрузка, блин. Вроде компьютер не слабый, и эта игра, походу, требовательная такая. Вот, это мне нравится. Ну, блин, у всех машин, наверное, нормально, да? А, нет, я тут. Вау, давай, давай, давай. Пошли взад, нахрен вы мне нужны здесь. А, блин, тупанул, сучонок, блядь, бампер мне. А, нет, крыло мне ёбнул. Бах! Ох ты, блядь, меня щелкнули прилично так. Машина, главное, ехала бы. Да, да, да. Ах вы, блядь, ты пиздец мне. Так, моя тактика не пошла никуда. Бах, сучонок. Ой-ой-ой, аккуратней. Ой-ой-ой-ой! Блин. Где ты, дура? Бля, с одним хп ушел. Тут щека. Бах, сучка. А, нельзя, 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 нельзя. Сучки, вы что с одним хп уходите от меня? Вот еще. О, бля, стой, сука. Не-не-не-не-не, давай, мне хотя бы одного, мне хотя бы троих надо вынести, сука. Соперники еще почти все живые, блядь, у всех... Крополя, сука. Дах, нах, разбитая машина. Одна. На, на переднем правого колеса. Зашибись. Один, да? Ух. А, его щелкнули. Все, ароматизатором в жопу. На, разбита машина 2. Блин, я думал, еще одну разбить можно. Ай, блин, 7 соперников осталось. Бах, трое, все. А теперь катаемся. У нас жопа с радиатором, жопа с подвеской. Тормозами. Ну, в принципе, у нас одна только коробка осталась живая. О, блин, нельзя, нельзя, нельзя. Бах, нахуй. Все, теперь и коробка, блядь. Пиздарики, коробка теперь. Угу. Опа, опа, опа. Три еще живых. Осталось двое живых. На, нахуй тебя. Ага, ага. Так, у него жизни очень много, я бы сказал. Слишком живучий, смотрю он. Опаньки. А, блин, отказ подвески. Уф, пролетел. Бах. Давай за ним, блин. Трудная каточка, потная, я бы даже сказал. Блять, коробка толком не едет. Давай, давай, вот так она, вот так. Блять, 5 хп, все пиздец, сам себя убиваю. Еще и тачка горит, блядь. Мне повезет, если он сейчас сам въедет куда-нибудь, блядь. На полной скорости. Бля, мне колесо толком не едет. Ага. Бля, у него жизнь все не кончается. Ага, ага. О боже, блядь. Да. Вторая позиция разбит.
Понятно. Так-то мы должны попасть в полуфинал в любом случае. Блин, тачку надо улучшить в любом случае, что-то не пойдет так. Финальная позиция? Не, так не пойдет. Получается одна гонка, что ли, всего лишь? Не, так не пойдет. Надо еще раз. Да. Давай еще раз. Так не пойдет. Нам в любом случае эту гонку надо пройти. В дальнейшем мы будем проходить дальше эту игру. Что-то как-то я на нее подзабил немного. Сейчас он продолжит ее снимать. Интересная игрушка, новая, 18-го года. Я еще есть пару роликов я снимал Том Клэнси. Не знаю, стоит, не стоит вообще выкладывать, в принципе. Пишите комментарии. Активность стала очень маленькая в последнее время на канале. Понимаю, исчезал на время. И подписчики все исчезли. Просто не сидят, ничего не делают. Угу. Пошли его зад. Я вот последний буду говорить. Иди нахер отсюда. Касань здесь соперник, тогда можно еще что-то потягаться. Так бесполезно. Время контакта. На, все, на. Блять, давай, исчезни, дура. Один хп, в принципе, херня. Все, теперь дальше едем. Пусть сами себя убивают, мне это нахер не надо. У меня тачка не такая крепкая, чтобы, блядь, стоять тут до последнего. Да, все, дальше поехали. Когда я в бой вступил, когда осталось 19 соперников. Тут 22 еще. Сжег уже. 20. Время контакта. Бах. Бах. И еще я просто хотел задеть, а в итоге я убил соперника. Отлично. Еще лучше каточка. Полумыкачка. О, второго. Цепанул конкретно так. 17 соперников. Отлично. У меня еще тачка на полном ходу. Бах! Погнали, ребята! Блин. На тебе! Один с машин осталось, пока я не собираюсь никого ходить. Потихонечку так захожу периодически, на. Загиб задний. Блять, стоит один раз врезаться, все, блять, это пиздец. На тебе, дура, блядь. 9 соперников, а у меня... Загиб уже какого-то там... Блять, не захота. Все, у меня полтинник остался из сотки. Инжектор горит у меня. Загиб чего-то, протекать что-то начинает у меня опять. Вот 5 соперников осталось. Все, отлично. У меня жизни очень много. Бахну. Минус трое. Ага, все дуры за мной, бля. Бля, вот не врез ты настоящую тачку. На. Минус четвертый. Ага, ну у меня самого хп херня.
А-а-а, давай, давай. Дура, дура. Бля, где дебилушка что-то? Вон кто-нибудь сюда, пусть он врежется, бля, уничтожь там все. Повезло тебе, повезло, бля, братан. На, нахуй, все. Минус 5, матч завершен. Еще лучше, все. Рекорд у меня стоит, нет, интересно. Да, у меня рекорд. Пятерочка. Все отлично. Бум! Восьмой уровень. О, свечи открылись. А, паук открылся. Каркас усиленно открылся. Отлично. Очень-очень долго. Первая позиция, одна звезда. Не знаю, конечно, сколько нанес урона там. Но, в принципе, мне кажется, не хватило урона в любом случае. У меня открылось, рейсинг открылся. До этого у меня был уже открыт, получается, хит-ту-хит. Не знаю, что за игра. Вернее, не знаю, что за гонка. Потом, я так понял, у меня открылись гонки на газонокосилках. Folk Racing. И еще один рейсинг, получается. Серийные машины, получается. Один рейсинг на серийных машин. А один на гоночных, я так понял, ничего. Ярость переднего привода. А, переднеприводные машины. Побитые, на побитых машинах гона. Получается, гонка здесь будет не просто как вот обычный рейсинг, а будет, в принципе, с элементами, получается, дерби. Кто выживет, тот и приедет первым. Да, переднеприводный. А, нет, он получается не открытый, закрытый у меня, он откроется. Класс С, класс С, класс Д, тут я же говорю, получается газонокосилка. Класс С. Что еще? Ну, я не понял, почему тут не прошли? Нет, ладно, хрен с ним все это. Ну, в принципе, везде класс С. Бабки у нас есть. 9000 получается. О, фу-фу-фу-фу. Гараж. Мои машины. Выбор. Может, магазин тачки посмотрим? Я просто не знаю, что за тачками. Так. Бабок 5400. 5400. Уфу-фу. Сколько у нас стоит? Ну, блин, 1010, наверное. Ну, 8900. В принципе, у меня на него хватает. На этот джип мне хватает. Ну, не знаю. Вот эта тачка когда открывает? 17 тысяч. А, у меня денег не хватает. А, в принципе, эта тачка открыта. Во, вот эту тачку бы я, конечно, взял. Сколько она стоит? Дороговато. 27 тысяч. Еще категория А. Ну ладно, купим. Улучшение. Четыреста стоит. Вот сейчас у нас это улучшение было лучше. Угу. Задний бампер у нас ничего не пилось. Каркас у нас 600 стал. Он нам маневренность выдает. Разгон. Разгон хуже.
3-7, 4-1. Нет, полной безопасности. Мне он такой не нужен. Он получается хуже даже. Одинарный кенгурятник. Разгон у нас 4-1. Отменить нахрен он нужен. Я не считаю, можно его ставить. Так, у нас прочность повышается. Ну и нахрен он нужен. Нет, сетка это нахер не нужна. Только вес прибавляет, все, тюнинг давай. Ну это мы сами улучшаем, понятно. Хитман написано. Нет. Все понятно. Всем спасибо за просмотры. Всем пока.